В ночи на облаве убили волчицу, а в логове воют 7 серых щенят. Не ради защиты, а так, поглумиться. Убили мамашу крикливых волчат. И волк от обиды и боли душевной впервые за годы завыл на луну. Нет, он не простит, он запомнит навечно. Он им отомстит за потерю свою. Вернулся на место, пока нет пороши, и нюхом отменным учуял следы. Он твердо решил: малышей ей не брошу, а ночью я буду искать до зари. Он каждую ночь выходил до деревни, и нюхом, чутьем он виновных искал. И вновь возвращаясь ни с чем на рассвете, надежды своей никогда не терял. И вот получилось. Врага он учуял как раз на удачу безлунную ночь. В окошко, где свет, тихо так заглянул. Там мать в колыбельке баюкает дочь. И детские крики и плач он, услышав, назад отступил. Вспомнил серых волчат. Обратно ушел еле-еле, неслышно. Нет, он не забыл тех, кто был виноват. Ни ради утехи, ни ради забавы никто из животных не тронет людей. Лишь люди, устроив ночную облаву, в коллекцию копят убитых зверей. Тот серый уже на закате в жизни один доживал в своей волчьей норе. Беззубый, больной и такой неказистый, волчицу свою вспоминал на заре. Прошу, ну лишь бы не было войны. Любые сложности в сравнение не идут. Ох, только больше не было войны, ведь на войне погибших не вернуть. И не узнает никогда герой-отец, что сын родился, что зовут Иван. Войною разлученных миллион сердец не будут больше вместе никогда. И тем, вдруг пережившим голод, мрак, из памяти своей уж не стереть, как подбирался к Ленинграду враг, и как в бомбежке город мог сгореть. И ей под очередь немецких пуль, бежавшей к раненым с повязкой на плече, ей по ночам бывает не уснуть, ей не забыть о горе, о свече, что зажигал в землянке командир, когда бомбежкой выбивало ток, как операции в потемках проводил хирург, что миллионы спас, что смог. Ему, совсем ребенку, лет 5, не объяснить, за что убита мать, и как ему теперь, куда идти, куда от страха вечного бежать. О, Боже, только б не было войны, и о другом не смею я просить, но лишь бы только не было войны, ее себе не сможем мы простить. Мы всегда бываем чем-то заняты в ежедневной скучной суете и не задаем вопроса, надо ли, и мечты бывают все не те. Время — тот ресурс, что не воротится, вовремя все нужно совершить. В 30 детям и играть не хочется, и задачку не помочь решить. Детям мы нужны, пока не выросли, чтобы безразличие, печать не впилась занозой в мысли их. Надо детям время посвящать. Нет дороже, чем внимание матери, нет ценнее, чем совет отца. Увлекайте чем-то занимательным, мастерите домик для скворца, слушайте их маленькие сложности, поддержите там, где много слез. Ничего для вас нет невозможного, если к детям отнестись всерьез. Не бросайте их в том мире маленьком, где важнее мамы с папой нет. В детстве кажется всегда все правильным, а тем более, когда немного лет. Все пройдет, и время не воротится. Дети вырастут и станет невдомек. Им с тобой поговорить не хочется, потому что в жизни дан такой урок. И как данность, как простую истину, пусть усвоят дети с молоком. Чтобы оставаться детям близкими, находите время
все равно. Благодарю я Бога, что могу ценить людей, что я их отношениям дорожу. Не всяких, не случайных, но друзей. Я их, как братьев и сестер своих, люблю. Благодарю, что я умею быть. Быть рядом, оставаясь до конца. Что вместе с ними я могу любить. И плакать, не стирая слез с лица. Я счастлива, что есть мои друзья. Я благодарна им за выбор их. Спасибо, что вы любите меня. Ведь я не я была совсем без них. Храмы, кресты и святых образа словно с картинки в душе поселились. Звон колокольный разбудит с утра ангелы веры в душе, чтоб гнездились. Дух православный в народе живет, в сердце он плотно запаян печатью. Снова старушка на паперть идет, словно грехи омывая податью. Молча к иконе приду, поклоняясь, свечи зажгу над священным киотом, слезы сглотну, в торопях покрестясь, обычай молитвы приняв у народа. Русь православная верой жила, в Боге царя для себя выбирая, с Богом трудилась и жатвы ждала, на милосердие его уповая. Словно десницею Бога навек, царь православием благословенный, хоть не безгрешный в душе человек, правил державной страной неизменно. Вера жила в поколеньях иных, пряча иконы в шкафах социализма, втайне крестили в купелях простых, днем отдавая всю славу отчизне. Душу народа нельзя погубить, молитвой священной она в обереге. Будет народ процветать и творить, душой православной оставшись навеки.